Медитация 189. Алхимия. Медитация обладает алхимической силой. Она трансформирует все ваше существо. Она разрушает все ограничения, всякую узость. Она несет широту. Медитация помогает избавиться от многих границ. Границ религии, нации, расы. Осознанность помогает не только избавиться от всякого рода логических и идеологических ограничений и тюрем, но также помогает выйти за пределы тела и ума. Она позволяет осознать, что вы – чистое сознание, ничто другое. Тело – только ваш дом, вы – не тело. Ум – только механизм для пользования. Он не хозяин дома, он только слуга. Осознавая, что вы не тело и не ум, вы постепенно расширяетесь, становитесь больше и больше. Постепенно вы становитесь подобны океану, подобны небу. Эта трансформация несет победу и славу.